Дорогой гость. Днес имам и скъп гостинин. Из города Рига. От град Рига. Из служения Рик Ренера. И служение на? Из служения Рик Ренер. Рик Ренер. Рик Ренер. Рик Ренер. Это имя, имя Рик, фамилия Ренер. Рик Ренер. А, извините, пожалуйста, для меня это, да. Рик? Ренер, да. Рик Ренер, това е неговото име. Ну, Рик Ренер вообще известный проповедник, учитель, пастор, который несет уже давно служение в Москве. Това е един известен пастор, проповедник и учитель, который много известен в Москве. Он известен во всем мире. Той известен не само в Москве, но в целия свят. Я очень уважаю этого учителя. Много уважавам този учител. И когда-то мы имели целые такие учения, семинары по Рик Ренеру. И когато имахме нашите съвместни учения. Мы получили большие благословения. Ние получихме големи благословения. Сегодня служитель из этой церкви. Давайте поприветствуем Олег Митрофанов. Нека да приветствуем сега един от служителите в тази църква. Олег, прошу. Олег? Митрофанов. Олег Митрофанов. По-български Олег Митрофанов. Спасибо большое. Благодаря ви много. Большое благословение быть сегодня здесь, с вами вместе. Бъдете голямо благословение да бъда днеска с вас. И вроде бы как будто я пришел сюда служить, но уже мне послужили. Като че ли на гласата ми беше да дойда аз да ви послужа, пък всъщност вие на мене послужихте. Я был очень благословлен поклонением, которое сейчас было. Бях много благословен от вашето поклонение. И для меня всегда такой знак, если в церкви есть поклонение и молитва, то церковь будет стоять, подниматься и побеждать. Винаги съм вярвал, че когато в една такава църква има подобно поклонение, има и молитва, тази църква стои здраво и силно. Большое спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо Александру и Александре Шарич, что предоставили машину вместе с пастором Геннадием, от кого это было. Нас встретили прямо с аэропорта. Настолько комфортно, просто невероятно. Благодаря ви за невероятното гостоприемство и особено на семейство Салич, Александър и Александра, на пастор Геннадий Ни, който предостави кола и направо от аерогарата ни взеха. Мы с супругой второй раз в Болгарии, мы знакомимся, кто такие болгары, кто такие люди здесь, и нам очень интересно. Ние със съпругата ни идваме за втори път в България и се оглеждаме и казваме, що за хора са българите. А въобще мы со своей семьей впервые в жизни куда-то полетели вместе. А всъщност се получава, че цялото семейство някак се заедно за първи път летим някъде. В церкви я веду молитвенное собрание раз в неделю, у нас это начинается с утра. Занимаюсь детскими лагерями, а также делаю какие-то другие вещи, которые необходимы в церкви. В церкви я занимаюсь с това да правя младежки лагери, да се моли и още други дейности в церкви. Хочу вас познакомить и представить моя супруга Инеса. Искам да ви представя моята съпруга Инеса. Она служит в церкви учителем. Тя служи в църквата като учител. Работает с детками. Работи с децата. Здесь мой сын, его зовут Кеннет. Това е синът ми. Он видеослужение, фото. Той служи, има видеослужение, също и с фотография. Дочка Мария, тоже детский служитель. Дъщеря ми Мария, която също се занимава с децата, детско служение. Дочка помладше Саманта, она скоро у нас начнет служить тоже детской работе, как помощник. Малката ни дъщеря Саманта, която също скоро ще служи в църквата. И еще две девочки, Естер и Агнеса, они у нас в танцевальном служении несколько лет служат. И още една момиченце, да. Благословена фамилия. Я хотел поделиться сегодня своим свидетельством, и у меня такая молитва внутри меня, чтобы то слово, которое у меня есть, оно было именно вот необходимое то для тех, кто сегодня пришел сюда. Днес искам да споделя моето свидетелство, имам така вътрешно подбуждение да кажа нещо на тези, които са дошли тук. Для меня очень важно, чтобы
то, что будет здесь звучать, это было от Господа и попало именно в сердца тех людей, кому это так необходимо. Това, което ще ви кажа, бих искал да попадне в сърцето на хората и това да им говори. Я пришел к Господу в 1993 году. А през 1993 година аз се срещнах с Господа. Я был молодым человеком, мне было 22 года на то время. Аз бях млад човек, едва 22 годишен. Я заканчивал университет в городе Рига, Латвия. Току-що завършвах университет в Рига. Мне казалось, что весь мир перед моими ногами. И аз мислих, че целият свят е в краката ми. Я занимался спортом, занимался предпринимательством. Занимавах се със спорт и със предприемачество. Пока в един прекрасен момент. Докато в един прекрасен момент. Стал себя чувствовать не очень хорошо. Започнах да не се чувствам добре. И вот я уже услышал, что у вас пастор церкви, он имеет специальность врача. И ето аз разбирам, че в това отношение пастор не има специално участие. У меня получилось так, что моя жизнь... Я услышал слово от одного врача плохое, и в конце концов я услышал хорошее слово от другого врача. Одним словом, с врачами моя жизнь очень сильно переплетена. Да, и от една страна аз чух едно слово, което е смисъл от Бога, но от друга страна и силно слово от лекар. Когда я занимался спортом, в один определенный момент я стал чувствовать, что я не могу закончить тренировку. Аз започнах да се занимавам със спорт и в един момент усетих, че аз не мога да завърша този вид спорт, тренировката. Мой тренер ме отправил на обследование. Моят тренер естествено ми изпрати на изследване. 3 недели я бил в разных больницах. 3 седмици бях в разни болници. Пока мне не сказал врач, знаешь, тебе вот не совсем повезло. Вот такой случай, как у тебя, бывает один там на сколько-то тысяч. Но вот это тот самый случай, и ты долго не сможешь жить. Да, и там мне каза один лекар тази новина, че твоето заболявание толкова рядко, че се случва на хиляди, един на хиляди. Така че аз мога да ти кажа, че ты дълго няма да живееш. Я подумал, что ну подумаешь, я сильно справлюсь, я же всегда справлялся с трудностями, я найду кого-то, что-то, каких-нибудь баб в крайнем случае, каких-нибудь экстрасенсов, но я с этим справлюсь. Аз обаче му отговорих така напротив думите му, че аз съм свикнала да се справям с трудни неща и разни екстрасенси, разни баячки там ще ми помогнат. Прошло полгода моих попыток, я был неверующим человеком на тот момент. Измина половин година от това запитване, аз не бях тогава вярващ човек. И ничего не помогало. И нищо не ми помагаше. С каждым днем я чувствовал себя хуже, хуже, хуже и уже поверил в то, что действительно так все и произойдет. И в края на краищата, от ден на ден, аз разбирах, че това е вярно, което ми се каза, и ставах все по-зле и по-зле. В один прекрасный момент я встретился с врачом номер 2. В один прекрасен момент аз се срещнах с лекар номер 2. И она посмотрела на мое состояние и говорит, да, по медицинским там показаниям у тебя все плохо, но... И тя каза, да, по медицинските показания всичко при тебе е така недобре, но... Есть вот такая книжечка, называется «Исцеление больных», ее можно купить вот в том-то месте, в церкви. Сходи, и ты там ее купишь. И тя му препоръчала да отиде в църквата и да си купи една такава книжка, която е за изцерение, която може да му помогне. Меня заманили в церковь, я пришел на собрание, я купил эту книгу, стал читать и стал ходить на служение этой церкви. И аз всъщност привлякоха ми в църквата, аз почнах да ходя в нея, купих тази книжка и започнах да изучавам. И я благодарен этому врачу вот до сего момента за то, что она это сделала. Аз съм благодарна на тази лекарка, която и до ден днешен съм и благодарен, която ми препоръча това. Очень быстро я пришел к Господу. Много бързо дойдох при Господа. И очень быстро стал стараться выполнять все, что нужно было выполнять, чтобы, ну, как мы называем это, начинать служить Богу. Да, и много бързо дойдох при Господа. Започнах да изпълнявам всичко онова, което Той искаше. И всъщност влезах в служение пред Господа. Мое обращение сегодня в первую очередь к тем, кто делает первые шаги в Боге. Моето така послание днес е това към тези, които правят първите стъпки
за работы ходим из Господа. Может быть, вам что-то непонятно или неясно, вот когда вы только-только покаялись, пришли к Господу. Может быть, нечто да не ви така понятно разбрано, защото ви скоро сте дошли при Бога. Может быть, сегодня кто-то здесь первый раз и еще вообще не знает, что здесь происходит. Может быть, некой от вас и за первый път и не может да разбере какво с него става. У меня это было абсолютно точно так же. И с мен беше точно така. Я как-то ворвался вот во всю эту Божью атмосферу. Аз като че ли се включвах, не включвах, а вырвался, да. Подскажите, пожалуйста. Да, аз се изтръгнах в това общество. У меня было очень мало времени, врачи мало дали времени, надо было быстрее, быстрее, быстрее служить. Защото лекарите ми дадаха много малко време и аз бързах, по-бързо, по-бързо да служа. Когда меня научили, как нужно молиться, что нужно говорить с Богом, я стал это делать у себя дома. И когато ме научиха да говоря и да се обръщам и да имам време с Бога, аз започнах това да го правя вкъщи. И я стоял очень правильно, прищуривал глаза, и так вот стоял, и что-то говорил Богу, и начинал видеть, как такой туман стелится у меня возле ног. И аз заставах така, нали, пред Бога, примежавах с очите си и си представих така, и даже имаше картина такава, като че ли съм над облаците. И каждый раз я молюсь, и вижу какие-то облака внизу. И виждах някакви облаци, първото беше туман, мъгла, мъгла. Я потом спросил одного из лидера церкви, а у тебя это тоже так происходит? И тогава попитах един църковен лидер, така ли става с тебе? Он меня посмотрел, что облака, да ты что, как это? И той как, какви облаци, какво искаш да кажешь? И я только потом понял, что когда я стоял, я глаза так, знаете, прищуривал, у меня там слезинки попадали, и из-за этого что-то такое, как туман получался. И, всъщност, аз разбрах, че така, като съм примежавал, всъщност сълзи са напирали в... И, естественно, при сълзите как се вижда? Точно като пред мъгла. Такое разочарование, я думаю, я самый духовный в церкви уже, только покаялся, у меня уже облака приходят, и тут я такое разочарование пришло. Какво разочарование? Аз мислих, че съм един от много духовните хора в църквата, а то какво се оказва? Но ничего, на собрании Господь скрестил меня Духом Святым. Но въпреки това, Бог ми кръсти със Святия Дух. И что-то я стал говорить. И аз нещо започнах да говоря. И я стал приходить на молитвенные собрания, на отдельные молитвенные собрания в церкви. Я започнах да идвам на молитвените собрания. И когда я крестился Духом Святым, все было классно, из меня прямо реки лились. Да, и когато се бях кръстен със Святия Дух, нещата станаха превъзходни, виждах наистина неща. Но когда я остался в молитвенной группе, вот в такой узкой, когато бях обаче в по-тесен кръг на молитвената група, мне стало стыдно молиться. Мен ми стана обидно, срамувах се да се моля. Стоит рядом такая духовная сестра. Стои рядом с мен една духовна сестра. И она так красиво молится, море мия, фантазия, еще что-то у нее было. Да, и тя се моли така красиво, море мия, и что-то там, нечто. А у меня что-то пыр-мыр и все. И что дальше говорить, я не знаю. Пыр-мыр, я не знам, какво это. Второй брат тоже так духовно что-то молится. Второй друг брат също нечто се моли. И я приходил домой, брал карандаш, брал вот листок бумаги, и я записывал. Так, она молилась так, море мия, записал. Он молился так, я записал. То так еще, я сложил уже. Какой-то текст появился. Да. И аз като се върнах вкъщи, вземах писалката и започвах на листа да пиши. Както тя говорише, както той говориш, старателно. И на следующее собрание я приходил уже готовый, у меня уже тексты были. И на следующее собрание аз отивам, текстом я готов. И хватало на 2-3 минуты примерно. И всичко това траеше 2-3 минуты. И дальше я опять пытался понять, что и что, как мне делать, что мне, как вот молиться. И още така си мислих вътре, какво още да кажа, какво да се моля. Если вы проходите эти моменты в своей жизни, это нормально. И ако това се случва с вас, минавате ги тези... Но мы должны стремиться к большему, к лучшему. Но ние въпреки всичко трябва да се стараем и към по-доброто, към още по-доброто. И когда я оставался один на один, вы помните, я говорил, что у меня были проблемы со здоровьем, я много молился, говорил с Господом, и мне очень хотелось
научиться верить сердцем в Бога. Да, и когато оставах сам, така, сам с Господа, тогава разбрах, че аз наистина трябва да подсиля моята вяра. Я уже верил в Бога разумом, но я никак не мог ухватить эту веру сердцем. Да, беше явно, че вярата ми беше с разума, но много исках да бъде от сърце. Поэтому я пошел сразу учиться в библейскую школу. И аз поради това отидах да се уча в библейско училище. Я подумал, что все равно умирать, так буду умирать там. И си мислих, то е ясно, че ще умирам и поне там да умра. И когда я уже оказался в библейской школе, это было с утра до вечера. Слово, молитва, просто круглые сутки. И работата ми в училище беше слово, молитва, така минаваше денят ми. Через три месяца я уже понял, что пришло то, что я так хотел. Я стал веровать в Бога сердцем. И след три месяца аз разбрах, че станало точно това, което исках. Започнах да вярвам чрез сърцето си. Ушел такой страх перед смертью. Дигна се този страх пред смъртта. Я почувствовал себя победителем. Почувствах се като победител. Если кто-то здесь сидит в зале, кто пришел сюда как раненая рыба, ако някой от вас е дошъл в тази зала като ранена риба, вам нужно решить эту проблему здоровья. Трябва да решите този проблем със здравето си. И вы не видите вообще никакого пока просвета, и даже если, может быть, вы молились, ничего не видите. И макар да не сте видяли така, по-български се каза, светлина в тунела, вие трябва да продължите. Хочу вас ободрить, что вы на правильном месте. Искам да ви насърча, че вие сте на правилното място. И вы делаете все самое лучшее, что может быть, если вы находитесь здесь. И вие сте направили най-доброто, което може да се направи, ако сте тука. И Бог желает начать работать именно с вами лично. И Бог иска да работи именно с вас и то лично. Чтобы вы прополаскивали себя Словом Божьим. За да можете да се освещавате чрез Божието Слово. Поклонялись Богу. Да се покланяте на Господа. И говорили то Слово, которое является ответом на вашу ситуацию. И да получавате това Слово, което се явява като отговор на вашата нужда. У меня было так, что когда я спускался вниз по ступенькам, С мен се случваше така, че когато се слизах по стълбите, у меня это было ранами Иисуса, я исцелен. И той, той казваше, аз съм изцелен в раните на Исус. Я поднимался по ступенькам. Качвах се по стълбите. Верующему все возможно. За вярващия всичко е възможно. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Нищо, което е против мен, няма да успее. Я просто закопал себя в эти обетования Божии. Аз така се задълбочих в това. И у меня это крутилось постоянно в голове. И това се въртеше постоянно в моят ум. И наступил какой-то определенный момент в моей жизни. И настъпи един такъв в живота ми момент. Мне стало казаться, у меня начинается раздвоение личности. Като че ли в мен има раздвояване на личността. Врачи мне говорят, ты умрешь очень скоро. Лекари ти казват, ти скоро ще умреш. Я прихожу к пастору, он говорит, ты будешь жить и возвещать дела Господни. Да, а пастора ми казва, ти ще живееш и ще възхваляш делата Господни. Врач мне показывает, говорит, ну смотри же, не, наивный ты человек, вот видишь твои диагнозы, анализы, да. Вот все. Вот у нас в Латвии жил человек, там 8 лет один смог так прожить, ему повезло, но у тебя не, то, не та еще история. А ти не видишь ли, ты си толкова наивен человек, это видишь ли один человек, 8 години той се замина. Ти на какво се надяваш? Я читаю книги Тео Осборна, Лестера Самбрела, Кеннета Хейгена и смотрю, что ты будешь жить. Да, аз чита книгите на Кеннет Хейген, Осборн и там пише, ти ще живееш. И я чувствую, у меня как две половины, знаете, одна вроде туда хочет, а вторая, ну точнее не хочет, а ее тянет, а вторая хочет быть здесь. Да, и някак се чувствам като наполовина. Едната половина ме тегли тука, другата так. И аз се чувствам неудобно. У меня много историй я приготовил для вас. И моя задача много теперь, историй съм приготвил за вас. У меня, моя задача выбрать то, что моята оставить задача, и что убрать. Ще, да, моята задача да избира най-доброто. В отношениях с Богом я нашел для себя, что самое большое и самое близкое для меня – это поклонение Ему.
В живота ми с Господа разбрах, че най-доброто, което е за мен, това е поклонението. В поклонение я разбирался со страхом. В поклонението аз със страх се покланях. Мне казалось, я могу мертвого воскресить. На мен ми се струваше, че аз мога да възкресявам мъртви. И как только я уходил из поклонения, и когато излизах от поклонението, прекращал поклоняться. Когато прекратявах поклонението, как-то опять сомнения начинали подходить. Започваха пак отново съмненията. И мне хотелось обратно скорее начинать поклоняться. Что-то повтори. Опять хотелось быстрее начать поклонение. Да, и какво в мен имаше желание отново да се покланям. Очень хотелось жить. Много исках да живея. Было 22-23 года. Бях на 22-23 години. Надо было работать, надо было как-то продолжать жить. А у меня как-то не умиралось и не жилось. Трябваше да живея, трябваше да се работя, а не като да живея и да умирам. Знаете, как Винни-Пух в норе застрял, не вперед, вроде толстый, не назад. Ждать, пока похудеешь или что делать? Като тези, които искат да отслабнат или ни напред, ни назад. И хотелось все-таки вперед. Въпреки всичко избрах да бъда напред. Надо было что-то кушать и начинать уже жить как-то, что-то делать. Трябваше да се храня правилно и да правя нещо, което е добро. Я открыл свою компанию. Аз открих компания. Стал заниматься бизнесом. Започнах да се занимавам с бизнес. И у меня было буквально каждую минуту, когда я умирал и воскрешал, умирал и воскрешал. Имаше моменти, в които като че ли всяка минута хем умирам, хем се възкресявам. То приступ сърцем, то еще мне плохо. То приступ на сърцето, тупък нещо друго ми е лошо. И каждый раз я делал шаг и думал, Господь, ты позаботишься о том, что я удержу ногу на этом, вот вес тела на этой ноге. И да, и беше време, когато заставах на единия крак и казвах, Господи, задръж ми така на единия крак. И я вот схватился за это слово и ходил с ним, как с этим вот логос, знаете, да. Слово, которое мы уже знаем, понимаем и верим в него разумом. Вземах това в ума си и практически го правих, така ходих. И я очень хотел, чтобы оно стало ремой моей жизни. Исках много да получа рема в моя живот, това да стане рема. Чтобы оно принесло плод. За да може тази рема да принесе плод. Когда мы логос носим, это происходит другой раз годами. Мы его носим, носим, носим и думаем, когда же оно начнет носить нас. Да, когато е логос, ние го носим, мътнем го със себе си през годините. Но когато е рема... И не всегда мы знаем времена и сроки, когда это слово станет как рема, то, которое да. Действует и решает эту ситуацию. И не знаем, могут да минат години, не знаем точно кога ще дойде това слово. Я стал заниматься бизнесом, стал работать. Започнах да се занимавам с бизнес, т.е. да работя. Я занимался оптовой торговлей. Занимавах се с търговия. И меня окружали верующие люди, которые работали у меня. И мен заобикалиха вярващи хора. Много было ситуаций, которые возникали. Имаше много ситуаций, които възникваха. Вы знаете, когда ты уже в церкви служишь, я был помощником пастора в той церкви, это была небольшая церковь. Това беше не голяма църква и аз бях не като помощник пастор. Нас было около 100 человек тогда. Имахме около 100 човека. И знаете, когда к тебе приходят люди и просят помолись за меня. И когато идват хората при тебе и искат да се молиш за тях. А ты думаешь, Господи, я не знаю, как дожить до конца собрания. Да, пока се казвам, ще доживее ли до края на събранието? А у человека голова болит, он с этой молитвой к тебе приходит, с просьбой приходит. Да, а хората идват с нужди. И ты молишься, ты служишь, ты делаешь то, что можешь делать. И ти се молиш и служиш и правиш това, което можеш. Но это жизнь полное приключение в Боге. Но това мога да кажа, че е живот пълен с приключения с Бога. Это было, наверное, самое лучшее интересное время, которое я переживал в своей жизни, вот вхождение с Господом. Това може би е най-доброто, което аз харесвам в моя живот с Бога. Разкажу несколько историй, которые со мной происходили. Ще ви разкажа няколко истории, които се случваха с мене. Однажды одна работница попросила меня поехать в больницу к ее отцу и помолиться за него. Работница? Работница, она работала у меня в фирме. Да. Една работничка, която работеше в моята фирма, веднъж тя ми помоли да отида в болницата и да се помоля. И там было очень все плохо, врачи дали плохие диагнозы, он был в реанимации, ему сказали, что где-то дней 10, и он умрет, не будет жить. И там случай был тежек в реанимации, и лекарите не давали повече от 10 дней на живот.
Человек был уже в возрасте, и он был не спасенным, и все, что, о чем меня попросили, просто помолиться о том, чтобы он принял Христа. Този човек не беше спасен, и това, което най-много настояваха да направя и да се помоля, е да го воля в покаяние, за да бъде спасен. Когда я ехал к нему, Господь проговорил, а почему только спасение? Ведь я ведь приобрел не только спасение и прощение для каждого человека от грехов, но он, я для него приготовил исцеление. Молись за исцеление за него. И тогава Господь мне каза, за что само спасение, то, което съм приготвил, аз съм приготвил още нещо, това е исцелението. Когда я приехал и увидел, какая была обстановка, там ходят врачи, бегают он под капельницами, такая ситуация неординарная. Когато отидах, видях тази обстановка болнична, на системи, лекарите бягат напред-назад. Я помолился за него, он покаялся. Аз се помолих за него, той се покае. Принял Иисуса Христа своим Господом. Прие Иисус Христос за свой Спасител. Мы попрощались, я ушел. Ние се простихме, т.е. казахме се довиждане. Через 10 дней я находился на работе, на своем оптовом складе. И когато се върнах след 10 дена на работата. И вдруг я вышел в такие рабочие помещения, там где у нас складские помещения, и какой-то посторонний человек гуляет. И така бях в едни работни помещения на моята работа и гледам някакъв съвсем непознат човек. Я подошел к этому человеку и спрашиваю, извините, но здесь такая, ну, закрытая зона для клиентов, покупателей вот там. И я ему казах, ну, знаете, това е така специална зона, тя е затворена за чужди хора. Я ушел, этот человек тоже вышел. Аз отминах, този човек също излезе. Через 5 минут подходит ко мне его дочь, которая работала у меня. Да, и след 5 минут при мен идва дъщерята на този човек. И она спрашивает, а почему ты моего отца прогнал? И мне казват, ти защо изгони моя баща? Я говорю, какого отца? А какъв баща? Она говорит, мы же молились за него 10 дней назад. Ви се молихте 10 дена преди това. Я забыл абсолютно вообще, что было там и что молился за этого человека. Аз бях забравил, че съм се молил за този човек. Я сел на какой-то ящик, и у меня слезы просто брызнули из глаз. Да, я седнах на един съндък и сълзите ми избликнаха като извор. Просто милость Господня была вот на этом человеке, который исцелился. И аз разбрах, че милостта на Господа беше върху този човек. И я просто подумал, Господь, и меня также. И аз си помислих, Господи, и с мене да бъде същото. Я еще носил свое вот это логос, и я все никак не мог соединиться с тем, чтобы захватить это исцеление. Аз и носих моя логос, и някак си не можех да се соединя с това, което исках. Были разные ситуации. Была одна женщина, это был второй человек в нашем городе, где мы жили, по значимости, по мирским понятиям. Имаше и други ситуации с една жена, която обстоятелства, за които искам да разкажа. Она управляла всеми ресторанами, кафе нашего города, была очень влиятельный человек. Тя беше влиятелен човек и управляваше всички кафенета и ресторанти в града. Я один раз свидетелствовал ей о Боге, второй раз, и она отказывалась слушать меня. И аз два пъти свидетелствах, но тя отказваше да слуша. И однажды на меня что-то, не знаю, что-то сошло от Господа, что пришла какая-то ревность за этого человека. И някак си виднъж в мене дойде една такава ревност от Господа обаче за нея. Я взял двухдневный пост за нее. Два дня. Аз взех два дена пост за нея. И Господь мне говорит, позвони и договорись о встрече, приди домой и пообщайся с ней. Да, позвони, за да дойди вкъщи и да пообщуваш с нея. Ну, я человек достаточно интеллигентный. Аз съм достатъчно интелигентен. Я не из тех, кто будет просто вторгаться в чей-то дом, знаете, там кричать что-то, мне сказал так Господь. Аз не съм от тези, дето ще отида в някой дом, да почна да крещя, да викам, така ми каза Господ. С дрожащими ногами я пришел вот к этой женщине. И с треперещи крака аз отидах при тази жена. И они открыли дверь, там была вся семья, дети, внуки, там полный дом народа. Отвориха вратата, там имаше деца, внуци, много пълен дом с хора. Она меня спрашивает, что ты хочешь, что ты, как бы, какие, почему ты пришел ко мне? И тя ми попита, защо идваш при мене? Говорю, мне по личному вопросу нужно с вами поговорить. И тя каза, по личен въпрос с вас трябва да говоря. Говорит, хорошо, проходи, меня провела в комнату.
И тя така ме покани в, в, в стаята. Я говорю, а можно попросить вот всех как бы с этой комнаты? И телевизор можно выключить? Да, можешь ли да исключите телевизор и другие тогда не бадат? Говорит, ну хорошо, она там вывела детей, внуков маленьких, которые да. бегали, мы остались. Тя изведи децата. И я просто стал ей свидетельствовать о любви Божьей. И я започнах да ей говоря за Божията любовь. Я все, что у меня было, на нее вылил за 10 минут. И това, което излях пред нея за 10 минут. Она, наверное, ничего не поняла. Я ничто не запомнила. Но я думаю, что она, Дух Божий, показал, что я люблю этого человека. Да, но Дух Божий беше показал, че аз обичам този човек. Что я сейчас в некой битве за нее. Че аз съм в битка за нея. И она слушала, у нее поплыли слезы. И тя както слушаше сълзите и започнаха да... Тоест, очите се напълниха със сълзи. Я был когда-то комсомольским работником, а она была коммунистом. Аз бях комсомолски работник, а тя съответно комунист. И в первой жизни мне Господь сказал поставить человека на колени и самому встать, чтобы она покаялась. И Бог ми каза да й кажа да застане на колени, за да може да се покае. Мы помолились, она приняла Христа. Не се помолихме, тя прия Иисуса Христа. Я стал прощаться, уходить, зашла вся семья, увидела, что она вся заплаканная полностью, да. не понимает, что происходит. Аз се простих с нея, направих се довиждане, но семейството излезе и видя, че тя цялата беше плувнала в сълзи. Но потом этот человек нам содействовал, помогал, когда мы, надо было проводить конференции, кормить людей и так далее. И после обаче се оказа, че точно този човек ни помагаше за организиране на конференции и други. Знаете, как в церкви бывает, когда церковь небольшая, надо делать сразу много и все сразу. А, случва се така, не голяма църква, но тя върши много неща и то бързо. К нам обратились из тюрьмы, что заключенные хотят, чтобы к ним приходили и говорили, рассказывали о Боге. Обадиха ни се от затвора, че там има хора, които искат да чуят Божието Слово. В то время я уже проводил молитвенные собрания в церкви, уже была у меня домашняя группа, я выходил раз в неделю на евангелизации, у нас была тогда программа на радио часовая. А в това время аз освен, че имах домашна група, имах и така участие в радиото. И когда сказали, что вот надо еще в тюрьму приходить, говорю, хорошо, я и приду. И когда мне казат, что още из затвора трябва да отида, я скажу, никакого, согласен сам. Я очень далек от криминального мира был всегда, и когда я шел в тюрьму служить, я подумал, ну, наверное, там приведут в какой-то зал, там будет много людей, много охранников. Да, и я си помислих, далеч сам от тези криминальные истории, но въпреки всичко помислих си, че като влеза в затвора, там ще видя някакви хора. Когда меня привели, привели ко мне 25 человек таких хороших головорезов. Да, и когда-то отидах, нали, и се срещнах с тези 25 человека, които са главорези. Это было еще ничего, но когда вся охрана вышла... И някак си го приемах това, но когда-то охраната излезе... Мне было 24 года где-то, друзья. Аз бях само на 24 години. У меня ноги так стали делать, вот так вот, и вот так вот, так гулять. И краката ми започнаха да треперят. Но когда ты любишь, и твоя вера, она движима любовью. Но когато обичаш, и твоята вяра надвишава тази любов. Люди это чувствуют, и они тебя принимают. Хората ти чувстват и ти приемат. За один час до того, как мне там надо было быть, я молился за них и за себя, чтобы остаться в живых там. През този час, докато за тях се молих, се молих и за себе си да бъда жив. Один раз у нас была тема крещение Духом Святым в тюрьме. Веднъж имахме такава тема в затвора, крещение със Святия Дух. Я спросил заключенных, вы хотите принять силу от Бога? И аз попитах затворниците, искате ли да бъдете кръстени със Святия Дух? Все хотели принять силу. И всичките искаха да го приемат. Но я сказал, что перед тем, как принять, нужно принять Христа. И аз им казах така малко хитро, а преди това трябва да приемете Исус Христос за Спасител. Все, кто до этого не покаялся, они покаялись. И всичките до това време, които не бяха се покаяли, се покаяха. И мы стали молиться о крещении Духом Святым. И започнахме след това да се молим за крещение със Святия Дух. Господь что-то стал делать невероятное в тот день.
И Господь започна да прави нещо невероятно с тези хора. Сами заключенные, я никому не прикасался, они стали креститься Духом Святым. И точно тези затворници, до които аз дори не се докосвах, те започнаха да се кръщават със Святия Дух. Они начинали говорить на языках. Те започнаха да говорят на езици. Кто-то каялся в грехах, плакал. Някои се каяха за греховете си, плачеха. Несколько человек, кто впереди стоял, а упали на тех, кто сзади был. А тези, които бяха по-отпред, започнаха да падат пък над задните. Сзади те, кто стоял, не понимают, кто там падает, что происходит. А задните пък се чудят, защо първите падат. Когда закончилось собрание, все были, как мы, знаете, такую баню прошли. Все мокрые были, все заплаканные. И когато свърши службата, изглеждаха, че всичките като че ли са минали през някаква баня. Пришла охрана, выводила этих людей, не понимала, что здесь было, все плачут. И когато охраната дойде, те недоумяваха. Как може, те всички ти плачат. А в охране были люди, которые учились со мной в школе, мои одноклассники бывшие. А в охраната имаше хора, които бяха мои съученици, заедно се учихме. Заместитель начальника тюрьмы всегда, когда выводил меня и говорил, ты видишь, с кем ты работаешь, они насильники, они убийцы, их только расстрелять всех надо. И един от тях, който беше заместник началник, ме как ти не виждаш ли с кого работиш, това са главорези, убийцы, жестоки. А я говорю, посмотрим, Господу все возможно. Да, ще видим, за Господа всичко е възможно. А в тот день я пожалел только об одном. В този ден обаче един от тях много го така пожалел. Пожалел. Жалко было, что не произошло. Съжалявам. Благодаря ти. Много го съжалих. Когда охрана вывела этих людей? Когато охраната изведе тези хора. Через 5 минут прибежал в зал повар, тот, который кормил этих вот людей. И в залата току-що дойде готвача. И я не знаю, что он увидел или что он там почувствовал, почему он примчался ко мне и говорит, я хочу получить то же самое, что они получили. Той така се притегли ко мене, вкопчи си в мене и казва, аз искам да получа това, което те са получили. Но с умным видом я ему сказал, что ему надо покаяться сначала. Ясно казах, че трябва да се покаеш от начало. И потом он тоже крестился Духом Святым и убежал опять, откуда прибежал. Той се покая, беше кръстен със Святия Дух и избяга буквално. Господь каждый раз делал какие-то чудеса и подбадривал меня. Господ правеше непрекъснато чудеса и това страшно много ме насърчаваше. Однажды мне надо было вести похороны. Веднъж трябваше да проведа погребение. И похороны были очень тяжелые, потому что мама двоих детей была пьяница, алкоголичка, и она повесилась. Да, беше тежко погребение, защото майката на две деца, пьяница, тя се беше обесила. Когда я был на этих похоронах, была такая тяжелая атмосфера, собрались все собутыльники, и все приготовились, знаете, кричать, плакать, и уже там два ящика водки ждали, чтобы напиться там. Да, и разбира се, там присъстваха хора, нечто като оплаквачи, но както ушким плачеха, така и чакаха сандъка с водки, с водка. Я старался проповедовать где только можно, и в том числе на кладбище. И я се стараях да проповядвам, и в това число и на самите гробища. Я смотрел на этих двух детей, которые остались одни без мамы. И аз гледах на децата сираците, буквално нейните деца. И говоря о том, что Господь делает, и о том, что есть вечная жизнь, просто к ним обращался. Аз просто говорих на самите деца, че Господ дава вечен живот. Все пьяные люди, они просто взбунтовались. Они хотели поплакать, покричать и напиться, но и не получалось им. Естественно, склонните там к пьянству, искаха там да изкрещят, да поплачат и да се свършва. Когда призывал к покаянию, двое детей подняли свои ручки. Ага, и когато казах, че трябва да се покаем, призыв к покаянию, двете деца вдигнаха ръчички. Все это время, когда я служил Богу, я куда ни шел, что ни делал, у меня внутри все мне крутилось. Ранами Иисуса я исцелен. И всичкото това, което правих в църквата, в мене се въртеше, че аз съм изцелен. Я все время носил обетование Божие с собой, и они крутились во мне. И това през целия ми живот, това се въртеше. Когда я принял исцеление, я этого не заметил. И кога съм получил исцелението, даже не съм разбрал. Просто перестал обращать на вообще всякие эмоции, боли, еще какие-то вещи. Всякакви болки, эмоции, пристанах да мисля за тях. И потом в один прекрасный момент как-то надо было какие-то анализы делать, и выяснилось, что у меня то, чего было, его нет. Да, и в один прекрасный момент аз вече
требовалось да направя исследование. Мое время пока закончилось, я еще только начал, но буду правильно заканчивать сейчас, да? Постараюсь правильно вписаться. Аз искам правильно да се впиша в вашата програма смисъл. Много у меня еще историй, но в то время, когда у меня уже была своя фирма, когда уже имел такие отношения с Богом, где-то 6 лет я уже был в Господе. Продължение на 6 години, както моята работа във фирмата, моето служение пред Господа. Но на тот момент еще, как бы сказать, я не принял исцеление. Еще не принял исцеление. Аз като че ли не бях взял своето исцеление. У меня был серьезный разговор с Богом. А как же так? Вот уже есть бизнес, уже квартира есть, у меня машины есть, но я не женат, у меня детей нет. Да. Я сказах на Господ, ето им, работа имам, и квартира имам, т.е. апартамент имам, къща имам, и кола имам. И на Господа казвам, да, но аз още не съм женен. И перед Господом я поставил такой вопрос: Господи, скажи, а правильно ли это, находясь в том состоянии, в котором есть, вообще даже думать и помышлять о женитьбе? И аз му казах, правильно ли в едно такого состояние аз да се намирам? Откровенно говорих с Господа. И Господь мне ответил, для меня это было полгода стоять перед Богом просто и пытаться понять Его волю. И аз в продолжение на тази половина година се стараях да узная за Неговата воля. Господь сказал, если ты считаешься человеком веры, ако ти, и той ми каза, ако ти се чувстваш като човек на вярата, ты верой начал бизнес, ти с вяра почна работа, бизнес, ты верой начал то и другое дело, ти започна с вяра и това е другата работа, так а здесь то же самое, продолжай. Да, и сега по същият начин, продолжавай. И я тогда сделал так. И аз направих така. И увидел одну девушку, которая, она была в молитве, она была в служениях, она была в работе. И тогава видях една момиче, което беше в служение, което се молише. У нас было 4 свидания всего. И имахме всичко 4 срещи. На четвертом свидании я, можно образно говоря, со своими медицинскими всеми показаниями. И можно сказать, что на четвертата среща со всичките моите медицинските там показания. Сделал ей предложение. Аз и направих предложение. Ну, как бы я с Богом уже договорился, думаю, зачем с ней еще договариваться, сразу предложение надо делать. С Господ вече си договорих, защо трябва и с нея да си договарям. Направо трябва да става всичко това. Вы знаете, я узнал об этом только потом. Затова, разбира се, осъзнах много после. Людям, которые ставят диагнозы, что они долго жить не будут. За хората, на които им е поставено диагнозата, че няма дълго да живеят. Им очень хочется иметь детей. Много им се иска да имат деца. Оставить после себя продолжение. Да оставят след себе си продължение. Это было очень сильно внутри меня. Това беше вътре много силно в мен. И вот внимание, может быть, для тех, кто решает какие-то свои серьезные ситуации. Това е, може би, като решение за много сложни ситуации. Пройти вот свой вот этот путь. Да минеш всичкия този път. Мне очень сильно помогала мысль о том, что я борюсь не за себя, а за своих детей. Да, мен живеше тази мисъл, че аз не се боря сам за себе си, а за своите деца. Я еще женат не был. Аз още не бях женен. Я боролся за своих детей. Аз вече се вълнувах за моите деца. Которые должны были появиться на свет. Които бяха длъжни да се появят на света. За жену, которая должна была родить этих детей, за жената, която трябваше да се родят децата чрез нея. Если вы сейчас проходите какую-то сложность, трудность в своей жизни. И ако вие сега минавате през някаква трудност, много сложна ситуация във вашия живот. Возьмите это видение. Вземете това видение. Видение вот в победе. Заверните себя в победу уже вот сейчас. Да, замете го това видение и го привърнете, завъртете го към победа. Иисус тот, который любит вас. Иисус е този, който ви обича. Если вы сейчас стоите как перед скалой, перед проблемой, огромная скала. Ако вашите проблеми са като една огромна скала. И вы 10 лет стучите, стучите, и никакого изменения нету. И ако ви чукате 10 години по ней, няма никаква промяна. То вот здесь Александра у нас есть, да?
Как вы думаете, если бы она сказала Богу, ну я 3 месяца ношу ребенка, ну когда, Господь, сколько мне еще ждать? Ну представьте себе случай сега наша Александра, кукажи мне, 3 месяца вече учаквам, кога она е после? Этому никто не удивляется, правильно? За что она никто не се удивляет? Все знают, что 9 месяцев плюс-минус там. Всички знают, че нужно 9 месяцев. Так вот, у каждого есть свои времена и сроки. Во всеки един човек има времена и срокове. Но поверьте, она всю жизнь так ходить не будет. Она всю жизнь так ходить не будет. Да, тя цял живот, вопреки това, няма да ходи така. Всю жизнь вы не будете сидеть в этой проблеме, которая вас гложет сегодня. Няма да стоите непрекъснато във вашите проблеми, които ви тормозят. Вы ходите с логос, оно становится рема. Да, вие ходите с логос, но впоследствие се появява ремата. У меня еще полминутки. Не пропустить свой момент. Не пропускайте свой момент. Врач, которая свидетельствовала мне о Боге в больнице. Лекарката, която свидетельствовала за Бога. Она могла это не сделать, потому что это не входит в ряд ее обязанностей. Това можеш и да не се случи, защото не е в нейния ангажемент. Тогда не было бы меня, по сути не было бы. Тогава по същност и мен нямаше да ме. Я не знал бы о Боге. Аз нямаше да знам за Бог. Не было бы, вот, может быть, моих детей тогда. Нямаше да имам и децата си сега, като сега. То есть не было бы всего этого продолжения, всей этой работы, моей работы с другими людьми. Ако нямаше продължението на моята работа с другите хора. У меня есть друг, ему 80 лет. У меня есть друг, ему 80 лет. Имам приятел, който е на 80 години. Он профессионально занимается спортом до сих пор. Той се занимава спорт при това професионално и до сега. Девочка 13 лет. Момиченце на 13 години. Просто на улице подошла к нему и сказала: дядя Валдес, он был учителем физкультуры в школе, приди на собрание в церкви. А тя просто отишла при него и казала: чичко, ела при нас на в църквата на събрание. И он сказал: хорошо, приду, он был немножко выпивший. Приду, ребенок просит, ну что, как ничего не прийти. И той казал, детето, иска что да не уйти, да малко бил пьяничек. И он мне потом свидетельствовал. Говорит, я человек слова, если я пообещал, я должен выполнить. Аз съм от тези хора, които като обещай нещо, отивам. Он 2 недели мучился, в конце концов пришел. 2 недели така се размишлявал, нали, мъчил се буквално и тогава дошъл в църквата. И вот уже с 93-го года до сегодняшнего дня он верующий, и он свидетельствует просто невероятно везде. И сега той е на 93 години и невероятно е да свидетелства за това, което е преживял. Девочка 13 лет. Момиченце на 13 години. Привела через него к спасению сотни и тысячи людей. Да, чрез него тя е довела стотици хора. Друзья, если здесь есть люди, кто в первый раз. Приятели, ако някой от вас днес е за първи път. Я сегодня здесь тоже в первый раз. И аз съм за първи път тук всъщност. Мы можем друг другу помахать рукой? Кто из вас в первый раз? Да помахаме. Первый раз на собрании. Вы в первый раз здесь в церкви? Вы в гостях? Вы в первый раз? Слава Господу, я очень рад вас видеть. Да, много се радвам да ви видя, щом сте първи път. Я хочу сказать, что когда в моей жизни в 93-м году я услышал эту весть и ту информацию о Боге, могу да кажа, че когато чух тази информация за първи път в моя живот, она изменила меня полностью. Това ме промени изцяло. У меня теперь классная семья. Аз имам така буквално казано превъзходно семейство. Я теперь понимаю, как сотрудничать с Господом. Сега разбирам, как трябва да се сотрудничи с Бога. Поэтому я хочу обратиться, может быть, и к вам, может быть, к тем, кто не поднял руку, может быть, кто-то не в первый раз здесь, но еще не знает Господа как своего Спасителя. Аз не знам как да се обърна, дали сте за първи път или просто имате решение да се обърнете към Господа. Давайте помолимся вместе с вами сейчас. Хайде да се помолим заедно с вас. Если вы слабо еще понимаете, что здесь происходит. Ако не можете така слабо разбирате това, което казвам. И для вас Господь это что-то далекое. И това като Господ да е нещо далечно за вас.
то он знает уже вас по имени. А то и знает, кто вы познава по имени. Он хочет эту победу вложить в вашу жизнь. То искать тази победа да я вградила в ваши животы. Но для этого нужно принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но за това нужно да приемите Иисус Христос за свой Господ. Давайте закроем все глаза. Айде да затворим очите си. Прямо там, где вы сейчас есть. Давайте помолимся там, этой молитвой. Там, где ты направо. Айде да се помолим. Обратите сейчас от своего сердца к Господу. Отворите сърцето си за Господа. Скажите вместе со мной. Кажете заедно с мен. Дорогой Небесный Отец. Скъпи Небесен Отче. Я прихожу к Тебе. Идвам при Тебе. Прямо сейчас. Направо сега. Я прошу прости все мои грехи. Моля Ти да простиш всичките ми грехове. Я хочу Тебя познать. Искам да Ти опозная. Как Господа и Спасителя. Като Господ и Спаситель. Господи, Господи, я отказываюсь от своей греховной жизни. Аз се отказвам от своя греховен живот. И я принимаю спасение от Тебя. И приемам Твоето спасение. Я верой принимаю, что Ты спасаешь меня прямо сейчас. С верой приемам това, че Ты ме спасяваш. Господи, я люблю Тебя. Господи, обичам Те. И я отрекаюсь от своей старой греховной жизни навсегда. И аз се отказвам завинаги от своя стар живот. Грехове. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христа. Аминь. Аминь. Друзья, а кто первый раз молился этой молитвой? Помашите мне рукой, пожалуйста. Все молились. Кто-то молился? Давайте поприветствуем, да, дорогого человека. Теперь это ваши братья и сестры, и вы для них духовный брат. Това это са ваши очень духовные классно, братья это очень и сестры. Сильно. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, братья и сестры. Все мои места Писаний, все остальное я оставляю уже для вашего пастора. Да, благодарю вас за внимание, приятели, братья и сестры. Сейчас давам думата на вашего пастора. Спасибо огромное и благословение да, вам. Да, много-много благодаря.